Это режиссер другой хоррор-франшизы, где тоже снимается Патрик Уилсон в «Доме с привидениями». Встречайте, два фильма, основанных на 100% реальных историях Эда и Лоррейн Уоррен. Жаль, что компания Warner Brothers уладила тот иск против них, потому что им почти пришлось идти в суд и доказывать, что привидения существуют. Да уж, звучит куда веселее, чем «Проклятие Аннабель». «Заклятие» 1 и 2. Знакомьтесь с Уорренами, двумя самыми унылыми охотниками за привидениями. Лоррейн является смесью Доктора Стрэнджа и Джин Грей. А Эд... Ну, он тоже там есть. Она такая маленькая и легкая. Вместе они распутают крупнейшее дело своей жизни в «Заклятии 1». А в «Заклятии 2» они распутают... другое крупнейшее дело своей жизни. Так вы уже знаете эту историю. Успешные фильмы, которые стали основой для страшной киновселенной в стиле Марвел. Но вместо пришельцев и экшена, здесь демоны и латынь. А фишкой данной франшизы являются очень долгие кадры нагнетающей тишины. Да хорош уже. Хватит нагнетать. Давайте пугайте меня. Приготовьтесь к двум историям с привидениями о семьях, в которых так много детей, что вы никого не запомните. Кроме чувака из офисного пространства. Ты мне понадобишься завтра. Где становится ясно, что они покупали дома, даже толком их не посмотрев. Кажется, у нас есть подвал. И не выкинув старую жуткую мебель. Мой бывший муж купил всю мебель вместе с домом, когда мы переехали. И живут вместе со всеми клише, взятыми из истории домов с привидениями, например, жуткие часы. Часы остановились в 3:07 утра. Жуткий туман, жуткие озера, жуткие подвалы, жуткие погреба, жуткие проходы. Жуткие животные. Жуткие игрушки. Здесь есть какие-нибудь духи? Жуткие игрушки. И еще больше жутких игрушек. И столько жутких историй, что можно написать целую жуткую историческую книгу. Ее обвинили в колдовстве в Салеме. Когда ребенку было 7 дней, Джетсон увидел, как она совершала жертвоприношение. Прокляла каждого, кто пытался отнять ее землю и повесилась. У нее был мальчик Рори, который позже исчез. Она покончила с собой. Она работала прислугой в соседнем доме. Она вселилась в мать, убившую ребенка. Ну ладно, хватит. Я думаю, единственная злая сила здесь — это риэлторская компания, продавшая дом. Забудьте об эпичных демонах из мифов и легенд, потому что эти — унылые, не страшные и воняют тухлятиной. Этот ужасный запах пахнет протухшим мясом, воняет, как будто кто-то сдох. Хватит пердеть. Воняет же. Независимо от того, ведьма ли это, которую можно обездвижить простынёй. Монахиня со слабостью Румпельштильцкина. Твое имя дает мне власть над тобой, демон. Или призрак Элвиса Пресли. Можете быть уверены, независимо от их способностей, эти создания будут придерживаться шаблонной трехступенчатой структуры большинства сценариев. Три стадии демонической активности. Заражение, подавление, одержимость. Дайте угадаю, на 15-й минуте они спасают кота. О боже мой! Или убивают собаку. Почти угадал. Приготовьтесь к возвращению нормального хоррора после долгих лет доминирования ужастиков в жанре псевдодокументалистики с кучей будущих спин-оффов. Постарайтесь не думать о том, какими жуликами были все эти охотники за привидениями. По крайней мере, не хуже, чем на ТВ. Меня зовут Зак Бейганс. Если это портал в ад, то почему бы тебе не выйти и не взять нас? О, это ужасно! Остановите это! Пожалуйста! Монахиня, забери меня отсюда! В ролях. Медленные спуски по лестницам. Перегорающие лампочки. Летающие стулья. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Какого черта произошло? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Что произошло? Ты в порядке? 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 Запертые двери.
Откройте дверь! Не открывается! Захлопнутые двери. Стуки в двери. И двери, которые делают. Обитель зла. Эд? Благочи, бей меня! Бог ты мой, это Тейлор Свифт!